Дармьянским в оппозиции. Всякий раз Дармьян играет на Пелле-Пелле из дальней дистанции. Штрафной. Вместо этого потеря и шанс у Грациано Пелле. Вот здесь мяч взлетает. И обратите внимание на девятого номера. Вот Де Брюйне. Вот, пожалуйста, один ход, один шаг, который должен был сделать Лукаку. Меруан Фалейни. Как легко разобрался. И дальше в середину здесь. Пролетел. И уже за пределами штрафной. Де Брюйне подбирает. Все живы, здоровы. Еще один. Пожарный еще и подпись. Давайте смотреть, как развивался атака. В три передачи на чужой половине. Нам-н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 ам-